Привет всем любителям вязания! Ну что, друзья, сегодня второй опытный образец, второй вариант узора для летнего топа. Это первый. Кто не смотрел наше предыдущее видео, ссылка будет в описании. Вот. А это второй вариант. Даже теперь сложно сказать, какой нравится больше. Ну что, рассмотрим, как вязать второй вариант. Как видите, мы вязали их из одной пряжи. Заметим, это опытные образцы. Вот, мы вязали крючком 2 и 1. 2 и 1. И у нас были такие тонкие нитки. Думаем, что для майки необходимо будет взять нитки чуть-чуть потолще. Так, ну это все зависит от размера. Ну что, друзья, к делу. Итак, крючок у нас по-прежнему остался 2 и 1, а нить чуть потолще предыдущей. Интересно посмотреть, как будет узор смотреться с более толстой пряжей. Начинаем вязать и делаем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается цепочка из воздушных петель. Ее мы объединяем в кольцо. Вводим крючок в первую петлю. Спрячем сразу хвостик. Да, друзья, на мастер-классы для начинающих ссылки будут в описании. Так, теперь нам необходимо связать 3 воздушные петли подъема, которые заменят нам первый столбик с накидом. И вяжем в кольцо 24 столбика с накидом. Итак, делаем накид, захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще петли. 2 петли. Так, 2. И идем так дальше. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Половина пути пройдена. И мы подумали, что нам хотелось бы остановиться на той модели, там, где ромбами расположены наши квадраты, ну, то есть углом вверх будет красиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, чуть-чуть петельки сюда подвинем, чтобы было удобно. Вот, 9, 10. 11, 12, так, 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и в третью воздушную петлю вяжем соединительный столбик, и у нас готов первый ряд. Вот, 24 столбика с накидом, плотно, хорошо. Приступаем к вязанию следующего ряда, второго. Итак, второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3.
Они заменят нам первый столбик с накидом. Далее вяжем 3 воздушные петли. Делаем накид, пропускаем одну петлю и через одну вяжем столбик с накидом. Вот. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и вяжем столбик с накидом. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и через петлю вяжем столбик с накидом. Вот. Далее, значит, у нас будет 12 столбиков с накидом, между которыми по 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Через одну столбик с накидом. 1, 2, 3. Через одну столбик с накидом. 1, 2, 3. Через одну столбик с накидом. Так, идем дальше. Обратили внимание, друзья, на то, что узоры в интернете, вот мы пробуем искать в сети узор для майки, схема не всегда соответствует действительности. Ну или нам не повезло, ну с ошибками. Поэтому мы тоже всегда сначала вяжем опытный образец, а потом уже предлагаем вашему вниманию. Кстати, и в журналах часто так было. Дается схема, и когда вяжешь, точно следуя схеме, не получается. Вот, например, в этом узоре между этими петлями было 2 воздушные петли, и получилась вот такая шляпка. Вот, было некрасиво. Так, 1, 2, 3. Столбик с накидом. И надо проконтролировать количество столбиков с накидом. Их должно быть 12. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Справились успешно. 3 воздушные петли. И соединительным столбиком объединяем ряд. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. Итак, нам необходимо перейти вот в центр арки. Поэтому делаем один соединительный столбик, второй. То есть мы переходим аккуратненько, как бы накладывая еще воздушные петли на уже существующие. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее в следующую арку 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Готово. Это угол квадрата мы сформировали. Далее вязать, друзья, будет одно удовольствие. Итак, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И повторяем узор, который мы вязали в углу, в первом углу. Итак, в следующую арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. И снова в эту же арку 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. Есть. Вяжем в следующую сторону 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И оформляем третий угол. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так. 2 воздушные петли. В эту же арку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Переходим на следующую сторону. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем угол. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Вяжем последнюю сторону. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И мы пришли к началу третьего ряда. Вводим в первую петлю крючок и делаем соединительный столбик для того, чтобы соединить. Все. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Двумя соединительными столбиками перебираемся в центр следующей арки. Вот. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И над двумя воздушными петлями предыдущего ряда делаем 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И снова 3 столбика с накидом. То есть узор повторяет узор предыдущего ряда. Узор третьего ряда повторяет узор предыдущего ряда. За исключением того, что будет не 3 арки, а 4, да? Сейчас посчитаем. Давайте. Итак, переходим на следующую сторону. 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида и снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 арки, друзья. Повторяем угловой узор. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. Готово. Значит, 4 арки из 3 воздушных петель и такая птичка в углу. Продолжаем таким же образом. Давайте вместе провяжем на всякий случай еще одну сторону. Раз, два, три. Столбик без накида. Один, два, три. Столбик без накида. Один, два, три. Столбик без накида. Один, два, три. И вяжем угол.
1, 2, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Итак, друзья, у нас в углу и будут такие птички. Вот, они уже вырисовываются четко. Так, ну что, встречаемся в конце ряда, да? Ну что ж, заканчиваем вязание четвертого ряда. 3 воздушные петли. И в первую воздушную петлю вяжем соединительный столбик. Четвертый ряд готов. Только, друзья, проверяйте, пожалуйста. 1, 2, 3, 4. Чтобы было 4 арки в четвертом ряду. Потому что иногда вот так свяжешь, пропустишь какую-нибудь и замечаешь там в восьмом ряду. Приходится все распускать. Так, пятый ряд. Пятый. Так, перебираемся в центр арки. 3 воздушные петли. И все повторяется снова. Только, как вы уже догадались, в пятом ряду будет 5 арок. Здесь мы вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Угол готов. Уже четко виден рисунок и ориентироваться совсем просто. 3 воздушные петли. Далее. Следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли. И оформляем угол, делаем такую птичку. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 3 столбика с накидом. Готово. Проверяем количество арок. 1, 2, 3, 4, 5. Порядок. Переворачиваем работу и далее идем. Правда, легкий узор, а смотрится очень эффектно. Столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. 3 воздушные петли и оформляем угол. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Готово. Вот еще одна сторона. Проверяем арки. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Ну что, друзья, встречаемся в конце пятого ряда, да? Так, заканчиваем пятый ряд. Вяжем 3 воздушные петли. И в первую воздушную петлю вяжем соединительный столбик. Далее переходим снова в центр арки, следующий. И точно таким же образом вяжем шестой ряд
Естественно, у нас будет не 5 арочек, а 6. 3 воздушные петли. Далее вяжем угол 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Так, поворачиваем и посмотрим, что будет. 3 воздушные петли в следующую арку, столбик без накида, 3 воздушные петли, 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 1, 2, 3. Вяжем следующий угол, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Кто-то мне сигнализирует. Простите. Ну что, давайте свяжем вместе еще одну сторону. 3 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Так, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. 3 воздушные петли. Подошли к углу. Так. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. Так. Не беда. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Готов. Проверяем сразу, чтобы было 6 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порядок. Ну что, заканчиваем 6-й ряд. Так, ну вот и 6-й ряд мы заканчиваем. 3 воздушные петли, соединительный столбик. Вот. 7-й ряд. Переходим в центр арки соединительными столбиками. 3 воздушные петли. Сейчас, друзья. 1, 2, 3. И 3 столбика с накидом. Делаем угол. Так. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Угол готов. Вывязываем сторону. В 7-м ряду будет 7 арок. 7. Так, поехали. 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли. Столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида,
3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3. Есть! Ну что, друзья, да? Проверим, сколько арок здесь. И встретимся в конце ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Все, вяжем дальше. Ой, красота какая. Ну вот, заканчиваем 7-й ряд. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. Переходим к вязанию 8-го ряда. Так, все делаем аналогично. Перешли в центр арки. Вывязываем 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Так, поворачиваем. И здесь у нас будет сколько арок? 8, да? 3 воздушные петли. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, 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 столбик с накидом, 3 воздушные петли. Так, считаем арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Так, и угол вяжем таким же образом. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Вот. Таким же образом вяжем еще 3 стороны. И нам останется связать один заключительный ряд. Мы уже справились. 3 воздушные петли, соединительный столбик, 8-й ряд мы закончили. По идее, если необходим квадрат шире, да, можно таким образом и продолжать вязание. Так, но мы будем заканчивать. Соединительным столбиком переходим под арку, 9-й ряд, последний. И над каждой аркой вяжем по 3 столбика с накидом. Далее над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда вяжем по столбику с накидом. Так. В углу будут некоторые изменения, так что, друзья, внимательно. Угол будет оформлен следующим образом. Вяжем не 3, а 2 столбика с накидом, между которыми 3 воздушные петли. И снова вяжем 2
столбика с накидом. Вот. Такой угол будет. Далее вяжем сторону. Над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. Сделали. И над каждой аркой по 3 столбика с накидом. Так. 1, 2, 3. Переходим к следующей арке. 1, 2, 3. Переходим к следующей арке. 1, 2, 3. Переходим к следующей арке. 1, 2, 3. Дальше. 1, 2, 3. Так. 3 столбика с накидом. Еще 3 столбика с накидом. И еще 3 столбика с накидом. Есть. Посмотрим. Хорошо. Так. Далее. Столбик с накидом. Над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда. И как мы вязали предыдущий угол. 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. 1, 2. Все. Следующую сторону вязать таким же образом. Это заключительный ряд. И рассмотрим, как соединить квадраты между собой. Да? Вот, дорогие друзья, последние столбики и квадрат готов. 3. Соединительным столбиком 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема вытягиваем нить. Здесь можно ее обрезать. Еще раз хорошенько затянуть. Переворачиваем работу на изнаночную сторону и спрячем. Вот так. Хвостик. Вот так. Вот. Вот. И вот. Готово. Все, квадрат полностью готов. Вот наш квадрат, который мы только что связали. Вот квадрат поменьше получился из тонкой пряжи. Замечательно смотрится, но в нашей майке они вот так расположены. Вот так, и там бретели. Так, ну что, давайте рассмотрим, как их собрать. Собирать, как и в предыдущем узоре. Прикладываем, это мы покажем приблизительно, ну, чтобы вы знали. Естественно, соединяется два квадрата одинакового размера. Так,
лицевая сторона к лицевой стороне, в угол крепим нитку, завяжем узел, совмещаем узор и здесь слегка перекручиваем и идем. Здесь столбик без накида, один, столбик без накида в углу второй, вот, и столбиками без накида так и соединяем. То есть мы крючок вот вводим сначала в один, потом в другой квадрат, вытягиваем петлю и делаем столбик без накида. И так идем дальше. Замечательный, эластичный шов получается у нас. Сейчас, друзья, дойдем еще пару сантиметров и покажем, как хорошо и аккуратно получится. Так, ну смотрим. Прекрасно, как на картинке. И с другой стороны вот так он смотрится. Очень хорошо. Как мы уже говорили, мы часто пользуемся таким швом, соединяем детали и вязаных спицами изделий, поэтому рекомендуем. Ну все, друзья, готов следующий квадрат. Пишите нам, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Заходите на наши каналы и сайты, ссылки будут в описании. А мы еще предложим вам один образец. И в следующий раз мы уже сделаем выбор и будем вязать майку. Всем хорошего настроения. Пока. Ждем следующего видео.